граждане Советского Союза должны знать и понимать, что правительство Советского Союза работает во всех его статусах и государственных органов, в том числе и Верховный суд СССР, через военный трибунал. Сам Верховный суд СССР также будет формироваться до конца судьями всех уровней. Выборы судей открыты на местах, начиная с районного, городского, районного, областного, краевого, республиканского. Эта процедура уже запущена, и сегодня идут выборы, и ближайшие, наверное, совещание Президиума Верховного Совета СССР будет представлен первый список, который войдет в состав уже управления Верховным судом СССР и будет избран и назначен председатель Верховного суда СССР, так как это пока должность вакантна. Но так как действует военное положение, сегодня работает особый состав военной коллегии военного трибунала. Поэтому преступления, которые обнародованы, и сегодня прокуратура, военная, в том числе прокуратура, завершает оформление обвинительных заключений, они будут вносить в канцелярию военной коллегии обвинительное заключение, и особый состав коллегии дальше будет выносить соответствующие приговоры. Наказание неотвратимо. Как бы ни изгалялись сегодня преступники,